Как звучит шик, блеск и роскошь, это еще нужно разгадать, друзья. А вот как выглядит, вот так и выглядит. Большой чемодан продолжает свое акустическое путешествие по княжеству Монако. Ну, что-то из звуков роскоши мы уже записали. Номер один – это казино Монте-Карло. Ну, не звук пылесосов, конечно, а щелканье фишек и карточек. Плюс шарик, крутящийся по стенкам рулетки. На очереди еще два звука. Каждый из них оценивается в числах, где 6-8 нулей. Вся четырехколесная роскошь мира, друзья, собирается именно здесь, в княжестве Монако. Это действительно страна Бентли, Роллс-Ройса, Феррари, Ламборджини и полного отсутствия дорог, где на них можно разогнаться. О! Шума много, а толку мало. Ограничение по скорости 50 км в час там испода. Разве что в тоннеле можно разогнаться, а они коротенькие. А вот, пожалуйста, смотрите, зарядники. Практически в каждом квартале электрокара становится все больше и больше. Скоро шуму машин в Монако вообще не будет, друзья. Пошли дальше. Чтоб там ни говорили, пешком передвигаться по этой стране, мне кажется, намного удобнее и, может быть, даже быстрее. Меньше часа спокойным шагом на то, чтобы обойти всю страну. Моя бабушка давно бы уже засадила всю эту территорию картошкой. Excuse me. Вы знаете, это Франция или Монако? Это уже Франция. Is it France? Франция? Where is Monaco? А где Монако? Монако? А, Монако там, сзади. О, merci, merci. Нет, ну, конечно, нам говорили, что... Проезжайте, пожалуйста. Что в Монако больно не разгуляешься. Но чтобы два шага и уже акустическое путешествие по Франции? Интересно, начертили бы линию, что ли, какую-нибудь? Добро пожаловать во Францию! Господа, но вы меня приятно удивили. Я же думал, что вы ничего не найдете на территории 2 квадратных километра, кроме шума лазурных волн. А нет. Ищите, находите, искатели романтики. Сомневался, Митя. А зря. Все будет. Для тех, кто еще не знает, в команде Большого Чемодана пополнение. Теперь с нами всегда на связи музыкант Митя Бурмистров. Именно он, как только мы закончим акустические поиски, соберет все звуки в единую композицию. Акцентирую, соберет только из того, что мы соберем. Без вмешательства немонахских инструментов. Такой вот эксперимент. Ближе к вечеру.